Привет, ребят. Еду по Ростову, на Анапу иду. С бензонасосом, с топливным насосом не получилось пока ничего решить. В Армаде, официальном дилере, сказали, что только на заказ с Москвы. Есть у меня мысль, что просто топливо на трассе, даже у именитых бензоколонок, засрало фильтр напрочь. Поэтому, когда скорость доходит до 120, то не хватает топлива, машина начинает глохнуть. На малых скоростях едет. Возможно, дотяну и до обратно до Москвы, а там посмотрим. Есть мысль залить очистительную присадку в топливо. Может, просрется фильтр. Посмотрим. Всем пока!